В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю изъяли из незаконного оборота 3,5 тонны икры рыб лососевых пород. Согласно экспертному заключению, икра признана не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и является опасной для жизни и здоровья. Сотрудники полиции установили, что двое местных жителей продавали эту продукцию в 3 торговых точках на рынках. Один из подозреваемых приобретал сырец икры и, не имея соответствующих документов, изготавливал готовую продукцию на территории частного дома, где был оборудован подпольный цех, а его супруга занималась реализацией икры. В отношении граждан Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.